Весь мир столкнулся с распространением страшного варианта инфекции COVID-19, Дельта, а теперь и Омикрон, который также угрожает людям по всему свету, но при этом приводит к госпитализации не так часто, как предыдущие, зато передается намного быстрее, выводя из строя коллективы, в том числе и медиков. Именно поэтому на помощь брестским учреждениям здравоохранения пришли учащиеся медицинского колледжа и волонтеры Красного Креста. Участие в такой помощи – дело добровольное, но отказов нет. Для многих ребят это возможность получить неоценимый практический опыт. Когда количество пациентов пойдет на спад, студентов отзовут из поликлиник. На помощь учреждениям здравоохранения города направлены учащиеся выпускных групп лечебного факультета «Лечебное дело». Это фельдшера, которые уже через несколько месяцев по распределению будут осуществлять самостоятельную работу в учреждениях. В связи со сложившейся ситуацией эпидемиологической, ребята выразили добровольное желание помочь учреждениям здравоохранения в оказании медицинской помощи. Мы, администрация колледжа, организовали учебный процесс таким образом, чтобы они могли совмещать и учебную деятельность, и работу в поликлиниках. По согласованию с главными врачами или, скажем, администрацией поликлиник, учащиеся осуществляют посменную работу и в первую, и во вторую смену, и их распределяют по рабочим местам в зависимости от потребности в рабочей силе на текущий момент. Будущие медработники, волонтеры Красного Креста работают не только в стационарах, поликлиниках, но и помогают брать мазки на ковид, обзванивать пациентов, сообщая результат теста, заполнять документы, оформлять больничные, работают в колл-центре. В связи с эпидемиологической ситуацией, которая сложилась на сегодняшний день в городе Бресте, а также в других регионах Республики Беларусь, нам на помощь пришли студенты, волонтеры медицинского колледжа. Они нам помогают колоссально, потому что участвуют в работе как с документацией пациентов по коронавирусной инфекции, по дозвонам пациентов по коронавирусной инфекции, а также на приеме заполняют документацию, осматривают пациентов, помогают полностью в работе врача общей практики. Данная помощь очень необходима, они вносят большую помощь в данную работу медицинскому персоналу поликлиники номер 5. Конечно же, качество оказываемой помощи учащимися медицинского колледжа и волонтерами Красного Креста несколько отличается от той, которую обеспечивают профессиональные опытные доктора. Однако в данной ситуации, когда очереди из пациентов буквально заполнили поликлиники, это самая лучшая помощь для врачей. Была создана команда волонтеров-сотрудников, работа которых была направлена на информирование населения, распространение информационно-образовательной литературы, информировали о мерах безопасности, о мерах профилактики. И кроме того, самую огромную работу проводили по доставке продуктов питания, рецептов, также лекарств из аптек пожилым людям, людям с инвалидностью и одиноко проживающим престарелым людям. Огромную работу проводил медицинский колледж, волонтеры Красного Креста. Они доставляли рецепты, доставляли медикаменты, продукты питания. А на данный момент они работают в лечебных учреждениях, то есть поликлиника города Бреста, и оказывает помощь медицинскому персоналу. Нужно отметить тот факт, что если вначале пациенты относились к помощи учащихся медицинского колледжа с недоверием, то сейчас, увидев, насколько это помогло разгрузить поликлиники и наладить прием у врача, у них нет никаких сомнений в правильности принятого решения и его эффективности.